Корейская компания LG анонсировала новый флагманский смартфон G3. Как нетрудно догадаться, это третье поколение главного телефона компании. Но в чем же разница? Компания LG Electronics представила миру давно ожидаемый смартфон G3, продолжающий традиции популярного прошлогоднего флагмана компании G2. Интересно, что презентация новой модели прошла одновременно в 6 городах в разных частях света: Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сеуле, Сингапуре и Стамбуле. LG G3 — это видение корейской компании смартфона, универсально подходящего для пользователей в любой точке планеты. Телефон разработан в концепции совершенства простых решений и стал новой вершиной философии «Вдохновлен вами», на основе которой разрабатываются новые продукты компании. Основные характеристики нового G3 — экран с разрешением Quad HD и диагональю 5,5 дюймов и плотностью пикселей 538 ppi, камера 13 мегапикселей с оптическим стабилизатором изображения OIS+ и лазерным автофокусом, изысканное покрытие задней крышки с эффектом металлизированной текстуры, отличающееся легким весом, защитой от отпечатков пальцев и привлекательным внешним видом. Арочный дизайн, благодаря которому держать телефон в одной руке очень удобно, включает в себя также клавишу управления Rear Key. Конечно же, одно из главных нововведений — экран с разрешением Quad HD и числом PPI 538. Размер дисплея при этом увеличился по сравнению с G2 до 5,5 дюймов, но рамки остались примерно такими же тонкими. Внутри четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 801, 2 или 3 гигабайта оперативной памяти в зависимости от версии, слот для карт памяти microSD и сменный аккумулятор на 3000 мАч. При выросших размерах им все так же может быть удобно управлять одной рукой благодаря клавише управления Rear Key. Стильное матовое покрытие с эффектом металлизированной текстуры позволит G3 выглядеть чистым без каких-либо отпечатков пальцев. Смартфон будет доступен в 5 ярких цветовых решениях: металлический черный, шелковистый белый, сияющий золотой, лунный фиолетовый и красный бургунди. В дополнение к новому внешнему дизайну LG применила минималистичный дизайн для пользовательского интерфейса с плоской графикой. Еще нововведения, вытекшие из концепции «Вдохновлен вами», которые придумали сами пользователи: умная клавиатура с адаптивной технологией, умные уведомления. Эта функция предлагает рекомендации, основываясь на стиле использования телефона и местоположения пользователя, предлагает подсказки, когда они особенно необходимы. Умные уведомления могут напомнить о звонке, который вы ранее отклонили, и спросить, не хотите ли вы перезвонить. А вместо обычного отображения текущей температуры и прогноза погоды, они могут дать такую рекомендацию, как: возможно, вы захотите взять зонтик, выходя на улицу, потому что вечером ожидается дождь. Умная безопасность. Понимая важность сохранения и защиты конфиденциальной информации при совместном использовании смартфона, его потери или кражи, компания LG предлагает набор улучшенных функций для обеспечения безопасности G3, таких как NockCode, система блокировки информации Content Lock, функция Kill Switch. LG также предлагает набор аксессуаров: чехол Quick Circle, LG Tone Infinium, HBS 900, Bluetooth-стереогарнитура, разработанная в сотрудничестве с компанией Harman Kardon. Беспроводное зарядное устройство, совместимое с технологией для беспроводной зарядки Qi. Смартфон уже появился в продаже в Южной Корее. Вы знаете, последние анонсы флагманских смартфонов напоминают мне анонсы автомобилей. Немного фейслифтинга, новые чехлы и новый звук выхлопной трубы.